Виды людей. Все живущие на нашей планете люди являются кроманьонцами или Homo sapiens. Этот вид появился на территории Африки в период от 200 до 100 тысяч лет назад. Параллельно в разных уголках Земли жили несколько других видов древних людей. Возможно, примитивные Homo naledi и гейдельбергский человек вымерли по другим причинам и никогда не пересекались с кроманьонцами. Но в процессе расселения по другим континентам, которое началось примерно 50 тысяч лет назад, наши предки уничтожили другие виды, которые покинули Африку раньше. Такая участь постигла обособленные популяции явантропов и хоббитов с острова Флорес. А вот гены неандертальцев и денисовцев встречаются у современных жителей Земли.